Здравствуйте, друзья! У нас вышла новая кисть. Это кисть номер 127. Позиционируем мы ее как кисть для тона, но за счет своей формы и плотной набивки ее также можно использовать для кремового контуринга, для кремовых румян, для кремового хайлайтера, в общем, для любых кремовых продуктов, которые мы наносим на какую-то объемную площадь на лице. Про ворс расскажу немножко. Это таклон. Он очень износостойкий, он не боится воды, он не боится мытья, он не боится спиртовых очистителей. То есть это очень долговечный ворс, который служит годами. Плюс обратите внимание на скошенную форму кисти, что гарантирует вам очень тонкое растяжение любого продукта. Хоть тон, хоть контуринг, все что угодно, мы за счет вот такого прям плотного скошенного ворса можем нанести максимально натурально, так чтобы кожа выглядела живой. И заостренный кончик позволяет сделать, например, контуринг буквально за одно движение. Еще вот эта деталь позволяет близко подходить к зоне глаз, не доставляя глазам дискомфорт. То есть, если мы берем большую круглую кисть, мы вот так легко и непринужденно к ресничной линии подойти не можем. А за счет вот этого острого кончика это сделать очень легко и удобно. Как на себе, так и на клиентах, если вы мастер, например.